Измаильчане, очевидно, соскучились по массовым мероприятиям. Об этом свидетельствует тот факт, что праздник мороженого, организатором которого стал дистрибьютор фирмы «Ласунька» в Измаиле, собрал несколько тысяч горожан. Главное лакомство лета – мороженое – было представлено в 15 видах. Именно столько сортов этого холодного десерта можно было купить или выиграть в конкурсах. Свое любимое лакомство дети рисовали на асфальте, а также акварелью на бумаге и лепили из пластилина. Призы разыгрывались также для участников эстафеты и прочих незамысловатых состязаний. Параллельно концертно-развлекательная программа шла на импровизированной сцене у входа в здание морского вокзала. Ведущий Александр Белочкин организовал со зрителями массовые конкурсы. Учитывая, что в основном на праздник пришли дети и подростки, желающих было хоть отбавляй. А в концертную программу вошли зажигательные танцевальные постановки от хореографического коллектива «Фантазия», современные эстрадные хиты в исполнении Ольги Фрумусаки, Юлии Артаевой, Мирославы Хачек, Виктории Жулидовой и других. Главная цель акции, пожалуй, была достигнута. Присутствующие почувствовали атмосферу приближающегося лета и убедились, что лучшего лакомства, чем мороженое, в теплое время года еще не придумано. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».